Воскресенье для жителей поселка Плодовый получилось насыщенным и плодотворным. 10 февраля поселок с рабочим визитом посетил губернатор Сергей Морозов. В плане значились осмотр места для строительства православного храма, посещение концерта, посвященного Дням татарской культуры, и встреча с жителями. После 90-х годов в каждом населенном пункте осталось много невостребованных зданий. Хорошо, что теперь им находят применение. Где-то восстанавливают клуб, где-то строят церковь. Землю и здание, где некогда был магазин, в дар приходу Плодового передала мисс России Ксения Шаповалова. Здание нуждается в ремонте и перепланировке. Пока стройка еще в стадии составления проекта. Реконструкция этого здания станет отправной точкой в создании здесь полноценного, пусть и небольшого, храма. В течение 3 месяца мы завершим процедуру оформления для того, чтобы можно было получить разрешение на строительство храма уже за вот этим зданием. Я правильно понимаю, то есть теоретически... Если никаких там каких-то сбоев не будет, то мы где-то в апреле, в мае можем выйти на стройку. Да, это было бы очень хорошо. Но там пока тоже проекта нет. Но проект сколько надо? Я не думаю, что он где-то там больше там по пару-тройку месяцев уйдет. Это же не какой-то, так сказать, гигантский храм кафедральный. К непосредственному строительству храма должны приступить в мае. Такая задача поставлена Сергеем Морозовым перед собравшимися. С улицы собрание плавно перетекло в местный клуб. Вопросов масса, от бытовых до экологических. Жители обратились к главе региона с просьбой благоустроить местный родник. Просьбу сразу же переадресовали министру природы и цикличной экономики Дмитрию Федорову. Я сейчас с Сергеем Сергеевичем здесь и с руководителями района в поселке нахожусь. Вот они сейчас меня этой водой напоят. Значит, так сказать, там, если не отравлюсь, то тем более. Поэтому давайте сделаем хороший позицию, потому что люди молодцы, очень много делают, поэтому их тоже надо поддержать. Среди нерешенных вопросов строительство детского сада на 75 мест. В ближайшее время подрядчик должен подобрать площадку и составить проект. Главе администрации района Владимиру Трофимову было поручено разобраться с благоустройством самого поселка, освещением улиц, ремонтом фасада клуба. После обсуждения проблемных вопросов делегация отправилась на праздник. На сцене клуба сельчане отмечали День татарского языка и культуры Туган-Тел. Гостей угощали чак-чаком, поили чаем, развлекали татарскими и русскими песнями и танцами. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.